Вот я провязала все ряды, в каждый столбик по 2 столбика. Сейчас мы с вами снова будем соединяться. Вот хорошо видно наше уплотнение. Мы сюда вкалываемся, захватываем 2 стеночки и соединяемся. Следующий ряд у нас будет первый столбик 2 столбика в одну точку вкалывания, второй, третий по одному. Давайте провяжем. Вытягиваем нашу рабочую нить на высоту столбика с одним накидом. Подводим крючок под петлю, захватываем рабочую нить. Подводим под низ. На крючке 2 петли. Провязали одну петлю, на крючке 2 петли. Провязали вторую, на крючке 2 петли. В эту точку вкалывания мы делаем еще один столбик. Во второй столбик, верхушку второго столбика, мы провязываем один столбик. И в верхушку третьего мы провязываем один столбик. Первый столбик у нас получается 2 столбика, 1. Второй столбик. Второй столбик, 1 столбик, столбик. Третий, 1 столбик, столбик. И снова повторяем. Первый столбик у нас 2 столбика в одну точку вкалывания. Один столбик, второй столбик, третий, четвертый по одному, второй и третий по одному столбику с одним накидом в столбик. То есть давайте я вам сейчас еще раз объясню, покажу. Вот наши 2 столбика в точку вкалывания. Следующий столбик идет 1, 1, потом снова 2. 1, 1, 2, 1, 1. Так мы провязываем до конца этого ряда. Вот мы провязали с вами, давайте повторим, 2 столбика в 1 столбик, 2 столбика по столбику, 2 столбика в 1, 2 столбика по столбику. Замыкаем наше вязание в соединительный столбик, столбик подъема, что мы с вами вот находим верхушечку. Сюда же мы соединяемся. И наше вязание, следующий ряд будет абсолютно одинаково, что вот был у нас третий и четвертый ряд наш будет тоже одинаково. Вытягиваем нашу рабочую нить на высоту столбика с одним накидом. Подводим крючок под низ, захватываем рабочую нить, протянули под низ, у нас на крючке 2 петли, провязали одну петлю, на крючке 2 петли, провязали вторую. И в этот же столбик мы снова с вами повторяем наше вязание. Столбик с одним накидом. Следующий столбик мы провязываем столбик с одним накидом. Второй, третий столбик у нас будут столбик с одним накидом. Первый столбик у нас будет 2 столбика, 1, второй столбик. Второй столбик у нас получается предыдущего ряда по столбику. То есть абсолютно одинаковое, что мы с вами делали. Делали один, провязывали один столбик в столбик предыдущего ряда. Сюда же провязываем второй столбик в столбик. То есть с одной точкой вкалывания у нас получается. И опять один столбик. Один столбик. И снова один столбик. Давайте с вами повторим. 2 столбика в одну точку, 2 столбика в каждый столбик. Снова 2 столбика в одну точку, 2 столбика в каждый столбик. Так мы провязываем этот ряд до конца.